Блин, на сладкий привет, мои хорошие ребятки. Сегодня с вами снова я, Тигр, Надя, и необычный ракурс, как всегда. Да. Сегодня я хочу показать вам вот такой маленький заказ с AliExpress, который я ждала. И первое время не решила заказывать, потому что думала, что на самом деле наклейки будут не очень, но они прелестные. Посмотрите, будто бы маленькая баночка с золотым тиснением, и наклейки тоже с золотым тиснением идут. Вот такие вот классные. Здесь три набора. Animals, Planet и Cats. Такие вот наклеечки. Сейчас я их открою и покажу. В каждом наборе по 8 дизайнов и по 48 наклеечек. Итак, я их вскрыла. Вот они здесь внутри, пакетики. Вскрыла первый вот этот и обнаружила, что пакет внутри порванный. Как и во втором, у них разные пакетики внутри. Вот здесь вот такой вот, и сбоку он порван. Вот, можете видеть, как то отсюда наклейки высыпаются. Здесь точно такой же. Только здесь порвано с другой стороны. Вот. Да. А здесь у нас вообще другой пакет. Надо было им делать ее. Там такие же. Видите, он прострочен сбоку. Вот. И он меньше по размеру. Поэтому здесь ничего не порвалось, ничего не выпадает. Давайте посмотрим, какие наклейки внутри. Вот такие вот наклеечки, прикольные, очень классные, яркие. Они пластиковые, и у них сзади вот такой вот слой, который нужно снять, глянцевый пластиковый. Вот, и здесь они более такие матовые, шершавые, так что можно их использовать как угодно. Мне кажется, вклеивать их в какие-то тематические развороты и просто подарить кому-то, отослать. Будет вообще классно. И можно оформлять разные космические тематики с такими наклейками. А вот эти котики, это вообще прелесть. Посмотрите, здесь даже мышка маленькая и зеленая. Вот, они такие все детальные. У них очень интересные сюжеты. Я такие иллюстрации еще не видела. Они очень необычные. Такой вот котик в шляпке. Вот, так что такая вот маленькая красота, которая очень умиляет, и хочется ее все разглядывать, рассматривать. Вот, надеюсь, вам понравилось. Так что все ссылки можете найти внизу. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.